Всем привет, с вами канал Календарь Рыболова, меня зовут Алексей. Я снова в своем лагере, у землянки, в лесу, на берегу водоема. Я практически восстановился после болезни, и с сегодняшнего дня начинаю глобальный переезд в землянку на зимовку. Вещи я хотел перевозить на мопеде, который, как мне показалось, я отремонтировал и подготовил к поездке. Но утром он снова не завелся, не знаю по каким причинам, может быть, потому что был небольшой мороз, может, что-то вышло из строя, разбираться было некогда. Да и хорошо, что он не завелся дома, а не где-нибудь в лесу, в дороге поломался. Поэтому я позвонил своему другу Юре и предложил ему еще раз съездить на рыбалку на судака, а заодно выкинуть мои вещи на берегу возле землянки. И он снова не отказался, за что ему отдельное спасибо. Ну вот мы выгрузились, и Юра отправился на рыбалку. Звал меня поехать с собой, но сейчас дел намного больше здесь, в землянке. Поэтому нарыбачиться я еще успею. Впереди целый сезон зимней рыбалки. Весенний также. Вот я выгрузил все свои вещи. Правда, еще не все. Еще предстоит перевезти большой аккумулятор и солнечную панель. Все вместе у нас бы не поместилось в лодку, и мы бы не вышли на глиссирование. Поэтому сейчас потихоньку буду все переносить к землянке. Я заметил, что на дымоходной трубе почему-то нету тарелочки, которая у меня была как зонтик стояла. Неужели кто-то полазил где-нибудь в металлоломщики? Думаю, тогда бы и трубу наверняка бы сняли. Надеюсь, что она просто упала от ветра, может быть. Вот так вроде все закрыто. Все на месте. Дровишки. Надо будет наколоть. Так, все замотано как было. Я сильно не заматывал специально. Понял, как будто кто-то закрылся внутри. Пока меня не было и не топилась печка, внутри немного отсырело все. И дверь набухла, плохо стала закрываться. Хотя не так уж и сыро здесь. И даже почему-то теплее, чем на улице. Но сейчас я занесу вещи в землянку и буду составлять план действий на сегодня. Чем мне заниматься? В принципе, времени у меня теперь много. Я никуда торопиться не буду. Спину пока сильно загружать тоже не буду. Я привез вот такой вот утеплитель. Он, по-моему, называется теплофольгоизол. Ну или как-то так. В строительстве используется, может быть, в банях. В общем, был у меня в гараже вот такой кусок, не знаю, какой его стороной правильно класть. Положу пока так. Так, а сверху положу матрас. Вот. Я надеюсь, что с такой теплоизоляцией холод снизу мне не страшен, и спина больше меня не побеспокоит. Но сейчас я принесу остальные вещи и, наверное, разожгу печь, чтобы прогревать помещение. Ну что, вещи, инструмент, продукты, все занес. Вот такая вот у меня лежанка получилась.
Принес с собой подушечку, одеяло. Теперь у меня вот так утеплитель Фольгаизол. Потом идет матрас, простынь, одеяло. В общем, все как в 5-звездочном отеле. Печка греет. Уже тепло, двери пока открыты, пусть выходят, если есть сырость. Хотя особой сырости здесь и нету. Повесил градусник, вот температура потихоньку поднимается, уже 12 градусов. Было около 0, хотя и двери открыты. Спальное место готово, и сейчас я займусь заготовкой дров на ночь и приготовлением обеда. Сегодня у меня будет званый обед, так как я пригласил Юру, моего друга, который помог мне привезти сюда вещи сегодня. Он сейчас на рыбалке, и у меня есть пару часов, пока он приедет. Сегодня отличная погода, солнышко, хотя и есть ветерок. Здесь в лесу он сильно не ощущается. Здесь очень тепло, комфортно. А в помещении так вообще печка уже начинает прогреваться, становится все теплее и теплее. Готовить сегодня буду на улице, на своей печке, которую сделал еще летом. Но она, в общем, простояла, продержалась, никакие дожди ее не размыли. Вот, еще раз говорю, погодка отличная, светит солнышко. Поэтому приступаю к приготовлению обеда. А обед сегодня будет необычный. Необычный в плане того, что его не часто готовят на природе. Поэтому, кому интересно, поставьте на паузу и сделайте в комментариях свои предположения, что будет сегодня у меня на обед. Воду беру прямо из речки. Она сейчас чистая, без всякого осадка, не цветет. Ее достаточно просто прокипятить и вовсе не обязательно фильтровать. Ну что, печь растоплена, дровишки трещат, вода закипает, а я приступаю к приготовлению. Ну а те, кому было интересно предположить, что это за необычное блюдо, которое редко готовится в условиях похода, я думаю, уже успели оставить свои комментарии. Поэтому я всем сообщаю, что это очень редкое блюдо, называется борщ. Да, вы не ослышались, это самый обыкновенный классический борщ. Но согласитесь, я думаю, что лишь единицы из вас готовили его когда-то на рыбалке, на вылазке. Особенно если это рыбалки недолговременные, а такие 2-3 дня, не более. Как правило, на таких вылазках готовят полевую кашу, ну, естественно, шашлык, может быть, шурпу, плов. Но борщ – это очень редкое явление. Конечно, когда вы находитесь на природе, на рыбалке, продолжительное время, там, 2 недели, тогда уже, конечно, соскучились по домашней еде, и уже приходят в голову такие мысли приготовить борщ. Ну и сегодня почему-то именно такая идея пришла ко мне в голову. Борщ на костре, конечно, не сравнится с обычным домашним, который готовится на плите. Любое блюдо, которое готовится на огне открытом, пропитывается дымком, у него есть свой вкус необычный. Рецепт борща я вам описывать не буду, каждый знает, тем более у каждого повара это свой рецепт. Я взял мясо, свинину, нарежу его порционными кубиками и поставлю варить бульон. Но пока я буду готовить, хотел бы поговорить на такую тему, как возмущенные комментарии от некоторых зрителей по поводу того, что, мол, ты сказал, что будешь жить в лесу целый год, а сам периодически появляешься дома, а не находишься постоянно, непрерывно здесь в лесу. Ну, что я могу на это ответить? Я думаю, что, во-первых, у каждого человека должны быть свои жизненные приоритеты. Но, во-вторых, я уже говорил, в комментариях писал, что я не выживальщик. Я просто люблю это место, мне нравится эта природа. И я хочу как можно больше проводить времени здесь. И, собственно, только поэтому я здесь и нахожусь. Ну, а если мне снова придется уехать по тем или иным причинам в город, то я, конечно же, соберусь и уеду. Но, в принципе, я готов здесь жить и год, и сколько угодно времени. Ну, а тем, кому нравятся постановочные каналы о выживании, ну, как говорится, проходите мимо. Я показываю все как есть, ничего не утаивая. Если мне надо уехать, я уехал.
Если есть возможность, я здесь буду находиться максимально продолжительное время. Поэтому на этой теме ставлю точку. На комментарии больше не реагирую, просто буду их игнорировать. Ну вот так вот. Ну что, продолжаем готовить. Закидываю мясо в воду. И буду варить бульон. Пока на уличной печке у меня варится бульон, в землянке я сделаю зажарку на сковородке. Сегодня как-то странно неактивно горят дрова. Может быть из-за того, что сырые, приходится их так мелко колоть на щепочки. Тогда более-менее расходятся. Вот. Я разобрался, почему дрова плохо горели. Это не из-за того, что они были сырые, из-за того, что сильно был прикрыт дымоход. Я снял сверху эту заглушечку. И теперь начала очень хорошо гореть. Все в порядке. Теперь только успевай мешать. Шкварчит. Ну вот, зажарка готова. Сейчас добавляю томатную пасту. И все это соединяю с бульоном. И борщ еще 10 минут настоится. И можно будет дегустировать. Услышал мотор. Юра подъехал. Ну что, как успехи? Смотрю, кукан в воде. Да сегодня не очень клевало, но... Ничего себе, не очень. Хорошую взял, да. Крокодильчик. Вот, да. Одна... Хорош. Смотри, чтоб лодку не прокусила. О, вот такая вот и есть. Давай я тебе оставлю, ты поджаришь ее. Не, куда? Чего? В смысле оставим? Сейчас идем борщ есть, а там видно будет. Не, Леш, я уже поздно. Вот, уже солнышко село. Я, наверное, тогда домой... поеду. А что так долго? А? Надеялся еще штук 5 поймать. Не, поклевки были, ну, мелочь все. То, что было мелкое, все отпустил. Вот все хорошее взял с собой. Понял. Ну и что мне теперь, борщ неделю этот есть? А что делать? Ну все, ладно, давай, я поехал. Да. Давай. Ну все, давай, пока не потемнело. А то потом по темному мне... Не хочется с лодкой возиться и по воде ехать по темному, плохо, тяжело. Давай я подтолкну. Так, ну, давай чуть-чуть. Да? Ну все, ладно, извиняйте. Ага. Так, на тебе воду. Ну что, готов? Ну давай. Давай. Пока. Ну что, Юра от борща отказался, поэтому мне придется, не знаю, сколько его, дня 3, наверное, есть на завтрак, обед и ужин. Ну ничего, хуже, когда совсем нечего есть. Не успел Юра уехать, как очень резко начало темнеть. Я еле успел наколоть дровишек на ночь. Кстати, печка, дровишки я еще не успел подкинуть. И после того, как приготовил зажарку, дрова прогорели, осталось немного углей. Но в землянке сейчас Африка. На термометре плюс 26. Я сижу в футболке. Очень тепло. Подкидывать пока даже не собираюсь, потому что очень жарко. Ну а у меня начинается обед, плавно переходящий в ужин. Кстати, обед будет при свечах. Я специально взял свечи, чтобы максимально сэкономить заряд аккумуляторов и пауэрбанков. Потому что, как вы слышали, солнечную панель я еще не привез. Вот поэтому вечером буду сидеть при свечах. Ну и сейчас буду насыпать борщ. Ну вот такой красивый борщик у нас получился. Теперь осталось попробовать его на вкус. Но это будет не так просто, потому что я забыл
поварешку, ополонник. И набирать его столовой ложкой будет и долго, и будет набираться одна гуща без юшки. Поэтому я вам расскажу, как можно выйти из этой ситуации. Многие, наверное, знают, те, кто часто ходят в походы. Нас выручит обычная кружка. Вот так. Ну, правда, придется теперь мыть, кроме тарелки, еще и кружку. Ну что ж, я буду приступать к трапезе. Тем, кто кушает вместе со мной, приятного аппетита. Всем спасибо, кто меня смотрит. Кому нравится видео, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем до скорой встречи в следующем видео. Пока!